С начала года около 1500 семей в Приморье получили единовременную выплату на первенца. Это одна из мер социальной поддержки семей в рамках национального проекта «Демография». Единовременная выплата в этом году составляет 28 884 рубля. Женщины от 18 до 25 лет, родившие первого ребенка, могут рассчитывать и на поддержку из краевого бюджета. Краевая доплата молодым мамам – инициатива губернатора Олега Кожемяка. Размер выплаты – 21 116 рублей. По информации Министерства труда и социальной политики Приморского края, на эти меры поддержки с начала года направлено порядка 40 миллионов из федерального бюджета и почти 12 миллионов краевых средств. Обращаем внимание, что обратиться за выплатой необходимо до достижения ребенка 6 месяцев. Сегодня оформить выплату можно на социальном портале Приморского края. Здесь же вы можете найти подробную информацию о краевых мерах социальной поддержки населения.